Всем привет! Меня зовут Аня, и я из команды InSpirit. Сегодня, как видите, я одна, потому что Яна находится в отпуске в Южной Корее. Но, я думаю, все равно вам точно понравится наш сегодняшний танец, ведь это BTS, Not Today. Let's dance! But no, not today. 그때가 오늘은 아니지. No, no, not today. 아직은 좋기에는 더 그때. 그때. No, no, not today. No, 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 not today. 그래 우리는 extra, but still part of this world. Extra plus ordinary, 그것도 별거 아니야. 오늘은 절대 죽지 마라. 빛은 어둠을 뚫고 나가. 새싹 너도 원해. Baby, yes, I want it. Wow. 날아갈 수 없음 뛰어. Today we will survive. 뛰어갈 수 없음 걸어. Today we will survive. 걸어갈 수 없음 기어. 기어서라도 길러. 그나침 찾아는 Начинайте все с того, что вы стоите свободно, ручки у вас здесь внизу, замочки. Мы их раскрываем. И потом наступаем на левую ножку немножко вперед. Раз. Дальше мы ручки скрещиваем и отведем их назад вместе со следующим шагом. Два. И еще один шаг. Три. Дальше мы отступаем и прыгаем на слово no. No. Not. Открываем ручки. Дальше мы прыгаем полубоком, ручки у нас одна над другой, видите, левая ножка у меня впереди, и мы меняем ручки местами, раз. Дальше небольшая импровизация, и мы снова прыгаем на слово «но». Но! Теперь мы раскрываем ручки, кулачок, точнее кулачки, крест, ладошки. Опускаем ручки вниз и одновременно делаем волну тела, раз. Дальше можем снова по-разному сделать, например, пойти в круговую и прыгаем ножки вместе. Плечами делаем вперед. Раз, два. Потом тело отдвигаем назад. Три. И начинаем идти с левой ноги назад. Подавая при этом корпус вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Теперь мы как будто бы качаем олимпийский. Делаем раз, два. И качаемся внизу. Три, четыре. А потом снова делаем no, no, no. Показываем пальчиками, да, no. Ручки достаточно широко. Потом мы переносим вес на левую ногу. Делаем раз, как будто бы шаг вперед. Раз, и прыгаем вокруг себя. Либо меняемся местами со своими товарищами. Давайте попробуем сделать это подсчет. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, и 2, и 3, и 4, и 5, и 6, и 7, и 8, и 1, 2, 3, 4. Продолжим. Теперь вы должны сделать 2 медленных шага вперед, начиная с правой ноги. 1, 2. Теперь мы подставляем правую ножку к левой и одновременно делаем такое круговое движение руками. Здесь делаем точку, получается 1. Потом с левой ноги начинаем идти,
вперед. Раз. Видите, ручки у нас раскрываются, они согнуты в локтях. Мы делаем раз, два, три. Дальше мы киваем. Четыре. И отходим назад. Теперь мы будем ставить тоже по очереди левую ножку и правую ножку. В первый раз мы делаем руками, смотрите, обводим их вокруг лица и делаем раз. Раз и дальше выставляем правую ножку и тело подаем вперед. Два и спрыгиваем. Три и четыре и. Обратите внимание, что у нас правое плечо идет наверх. И мы поворачиваем корпус. Раз, два. Дальше мы будем делать три, скажем, не шага, а просто вставлять три раза ногу по разным сторонам. Раз, два, три. Корпус при этом отсюда, да, поворачивается сзади, в левую сторону, получается. Раз, два, три. Потом мы распрыгиваемся, делаем раз. Точка у нас где-то колени будет. Сдвигаем колени. Два. Прыгаем. Три. И снова делаем движение плечами. Четыре. И. И потом снимаем какую-то позицию. Можете свою придумать, либо которую я займу. Попробуем отчет. Пять, шесть, семь, восемь. Раз. И два. И три. И четыре. И пять. И шесть. И семь. И восемь. И раз. И два. И три. И четыре. И пять. И шесть. И. Вот, отлично получается. Перейдем к следующей части. Теперь мы делаем шаг вперед на согнутых ногах и приглаживаемся по голове. Получается раз. Дальше мы прыгаем на левой ноге и отставляем правую ножку в сторону. Получается раз. Ручки у нас здесь раскрываются. Раз. Встаем на правую ножку и левую ставим назад. Два. Дальше мы прыгаем на левую ножку. Три. И отставляем правую ножку назад. Точнее, в сторону. И раскрываем ручки вперед. Получается. Раз, два, три, четыре. Теперь у нас будет ножка двигаться. Раз, два. Опять мы ручки будут делать. Раз, два. Потом мы переносим вес на левую ножку. Делаем три. И снова на правую. Четыре. Волна одна. Потом мы соединяем ножки вот так вот в прыжке, и ручки раскрываются через кресло. Потом мы ножку как бы поднимаем и опускаем при помощи правой ручки. Выкидываем ножку в сторону и перепрыгиваем. Дальше мы выставляем ручки вперед и делаем шаг в сторону. Раз. Потом ручки наверх. Два. Знаешь, как будто бы дождик. Мы так пальчиком двигаем и делаем три, три. Теперь носочки пойдут, смотрите, с левой стороны в правую. Мы прыгаем на левую ножку, получается раз. Вот у нас правая ножка здесь. Получается раз и ножка у нас уже здесь. Потом мы наступаем на правую ножку и ручки у нас тут в сторону. Следите за линией, чтобы это был прямой угол. Получается. Раз. И. Два. И. Дальше мы опускаем их вниз резко и прыгаем немного в сторону. При этом корпус у нас идет внизу. Теперь мы отступаем и делаем сначала правой ручкой вот так вот. Раз. И. Два. И. Потом мы сбрасываем. Три. И. И переходим к припеву. Надо сначала сделать этот подсчет, прежде чем перейти к припеву. Давайте попробуем. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и, пять, и, шесть, и, семь, и, восемь, и, раз, и, два, и, три, и, четыре, и, пять и шесть и семь и восемь и раз. Теперь переходим к припеву. Мы остановились на том, что сделали пистолетик. Теперь
Теперь мы прыгаем на правую ножку. Корпус у нас немножко поворачивается со стороны в сторону. Ножки отрываются не сильно от пола. При этом на первый прыжок левая ручка идет к правому плечу, получается. Раз. Потом то же самое в другую сторону. Два. Потом у нас креста руки пойдут в стороны, и мы прыгаем на обе ножки. Получается. При этом мы немножко присаживаемся на это движение. Теперь у нас левая ножка будет опорная, и она должна оказаться посередине. Оп. Правая ножка стоит сзади. Правая ручка впереди, точнее наверху, и впереди немножко. Левая сзади. Мы прыгаем немножко вперед, и при этом правая ножка тоже выставляется вперед. И получается, оп, ручки мы при этом поменяли местами, да? Оп. Ставим правую ножку, потом левую. И ручки мы ставим около плечей, мы их будем выставлять вперед. И отъезжаем на левой ножке назад. Оп. Угу. Теперь мы должны поставить левую ножку назад. Сделать такое движение. Раз. Оно делается очень быстро, поэтому у нас руки не просто ставятся сюда, они как будто бы отпрыгивают. Раз. Угу. Теперь мы прыгаем, чтобы ножки оказались вместе, и ручки опускаем вниз. Оп. И показываем на today. Угу. Попробуем это подсчет сделать. 5, 6, 7, 8. Раз и два. И три. Четыре и пять. 6, 7, 8. Из этой позиции мы будем делать, смотрите, ручками вот так вот. Два круга маленьких. Раз, два и один большой. Три. Поэтому прыгаем на правой ножке. И левая у нас как будто бы какое-то колесо. Получается. Раз, два и большой. Три. Ставим ножку, попускаем так и прыгаем. Поэтому корпус у нас должен пройти через пол. Получается. Оп. Ставим правую ножку вперед. Ручки у нас вот здесь. И мы показываем. Not today. Угу. Теперь у нас ручки идут, пойдут в стороны. Мы пойдем с правой ножки. Получается. Раз. Это, кстати, нас, мы должны повернуться именно на правой ножке, она как-то разворачивается. Корпус можно немножко подать вперед, чтобы движение более размашисто получилось. Получается. Раз. Здесь крест. Два. И раз. И два. И раз. И два. И четвертый раз мы просто поднимаем ручки и опускаем. Давайте пробуем теперь это тоже подсчет. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. На two day. И раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И переходим к самой сложной и интересной части. Ручками мы должны что-то подтянуть снизу наверх, следить за локоточками, чтобы они оказались параллельно полу. Не вот так, не вот так, только параллельно. Получается, оп. Теперь я расскажу раздельно, что у нас делают ножки, а что ручки с корпусом. Начну я со второго. Ручки у нас пойдут вниз, вот такое положение. И на каждое новое движение у нас корпус должен будет идти вперед. Раз. И возвращаться. Второй раз ручки у нас просто от плечей идут вперед. Два. И в третий раз мы как бы гладим себя по голове. Три. Теперь ножки. Кстати, у нас правая ножка будет немножко отъезжать и заходить за левую ножку. Получается, раз. Дальше мы переступаем. Сначала на правую. Два, три, четыре. Угу. И так повторяется. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Что будет, если все это соединить? Мы поднимаем ручки и делаем. Раз, два, три, четыре. За тем, чтобы ручки у нас раньше времени никуда не уходили. С каждым новым движением тогда они начинают что-то делать. Получается. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Угу. Теперь мы будем немножко качаться на правой ножке. И ручки у нас, получается, из-за головы опускаются вниз. Ладошками вперед. Получается. Раз. Дальше мы их переворачиваем.
два. И получается, дальше мы делаем not. Not today. Понятно, да? Попробуем подсчет. Все-таки это достаточно сложная часть. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, и два, и три, и четыре. Из этого положения мы должны повернуться в другую сторону, на полуприседе. Ручки у нас прямые, ладошки смотрят на пол. Мы будем выставлять ножки по очереди, начиная с левой, потом правой. Но обратите внимание, что когда мы выставляем левую ножку, на нее вес не переносится. То есть мы ее выставляем, возвращаем, и пока мы ее возвращаем, правая ножка оказывается тоже в стороне. И мы немножко пристаем на этом, а потом снова присаживаемся. Получается, раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. Сделать это три раза. На третий раз мы ножку не возвращаем. Мы поворачиваемся боком к зрителям. Отворачиваемся вместе с ладошкой. Раз, два. Выставляем левую ручку наверх. Дальше мы делаем небольшую волну тазом и прыгаем. Оу! Потом мы будем немножко отходить назад и снова прыгать. Так несколько раз. Давайте попробуем это сделать отсчет. 5, 6, 7, 8. Раз и два. Раз и два. Раз и два. И три. И четыре. И пять. И шесть. И семь. И 8, и раз, и два, и вот мы и закончили. Сегодня мы с вами выучили еще один танец, и вы сегодня отлично постарались. Если вы хотите танцевать еще круче, то записывайтесь к нам в школу Вилав. Также подписывайтесь на YouTube-канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте, все ссылки ниже, и не забывайте нам ставить лайки. До новых встреч, ребят, пока!